Как вы знаете, мечта моя сбылась — побывать в Токио, в Японии. Но у меня была на самом деле еще одна большая и маленькая мечта, вот давно-давно-давно, связанная с этим местом. Это пройтись по Токио под одну музыкальную композицию киоски Химура Коллинг. Поэтому я предлагаю вам присоединиться и посмотреть, что из этого вышло.